До нас завітали директор благодійного фонду «Від серця до серця» Анастасія Крилова та матері дівчаток, про яких буде далі йти мова, Альона Тягнібедіна і Світлана Сімагіна. Доброго ранку. Я вітаю вас. У травні відбудеться у Миколаєві декілька великих заходів, про які варто знати нашим глядачам, і вони будуть присвячені хорошій меті. Що це за заходи і чому вони присвячені, яка їх мета? Будуть проведені два благотворительних мероприятия. Первое – это будет большой праздник для детей, для взрослых. 12 мая на улице Соборная, угол Большой Морской. Праздник посвящен Международному дню семьи. Будет очень много развлечений для детей, мастер-классов, большая ярмарка, концерт. Будут выступать творческие коллективы города Николаева. Приходите, получайте удовольствие. Все денежки, которые получится собрать в ходе ярмарки, пойдут на покупку медикаментов для отделения онкогематологии детской областной больницы. То есть помимо того, что вы прогуляетесь со своими детками, вы еще и поможете другим, кто в этом нуждается. И еще один заход. И 13 мая на следующий день в областном дворце культуры судостроителей будет проходить джазовый концерт «Перформанс Биг Бенд» Владимира Алексеева. Это в 18.00. Это благотворительный концерт, благодаря которому мы соберем деньги на обследование в Израиле, в клинике Израиля Яны Тягнібедіної и на обследование послеоперационное в Австрии для Дарии Симагиной. Это девочки, которых опекает наш фонд, и которым мы хотим помочь. То есть мы приглашаем прийти на этот концерт. Цена билетов очень демократичная, от 50 гривен, поэтому приходите, поддержите. Ну, естественно. Але концерт чудовий, він вартий тої ціни, а ще він вартий тих зусиль, на які здатні наші городяни для того, щоб підтримати наших миколаївських дітей. У нас у студії Матусі. Розкажіть, будь ласка, чому от так сталося, що вам потрібна допомога? Ми вернулись на цій неділі з операції в Ізраїлі. В Австрії. Операция в Австрии. Операция прошла хорошо, но, к сожалению, украинская медицина не в состоянии даже делать обследования, которых мы нуждаемся в дальнейшем. В ближайшее время, то есть в ближайший год, мы вынуждены каждые 2-3 месяца летать в Австрию на обследование для того, чтобы наше онкозаболевание не имело продолжения. Мы также лечимся у нас в городе Николаеве и ездим каждые 3 месяца в Харьков, но наша медицина недостаточно знает всего про наши заболевания, и нам предложили все-таки обследоваться в Израиле, куда мы хотим попасть, и все-таки узнать лучше наше заболевание и найти ему лечение достойное, чтобы ребенок был здоров и жил полноценной жизнью, как все детки наши. Ось зараз миколаївці дивляться нашу програму, і у вас є змога звернутися до них і от сказати або запросити на заходи у підтримку і ваших, і інших діток, і сказати якісь слова душевні такі, тому що все місто згуртується для допомоги вам. В первую очередь мы хотим поблагодарить фонды, которые нам помогают, и пригласить всех жителей Николаева, всю молодежь, все возраста, чтобы приходили на этот концерт, получили массу удовольствия, хорошее настроение, а также помогли нашим деткам в наше тяжелое сейчас время. Я прежде всего хочу сказать спасибо нашим друзьям, знакомым и фонду «От сердца до сердца», которые уже помогли нам пройти самый сложный этап в нашей жизни. Но, к сожалению, мы вынуждены обращаться за помощью и дальше, поэтому надеемся, что мы будем вместе продолжать борьбу с раком моей дочери и всех ребят Николаева. Поверьте, у нас в онкоотделении шикарные врачи, но, к сожалению, уровень медицины украинской, николаевской требует вашей помощи и вмешательства.
Я дякую вам за щирість і ще раз хочу попросити Анастасію, нагадайте, де миколаївці можуть долучитися до збору коштів, ну і побувати на святах, на концертах. В первую очередь вы можете, конечно, следить за событиями и предстоящими мероприятиями в сети Facebook. Есть группа нашего фонда, благотворительный фонд «От сердца к сердцу». Приглашаем всех, детей, взрослых, приходите в Международный день семьи, прогуляйтесь, поучаствуйте в мастер-классе, купите себе что-нибудь вкусненькое, что-нибудь сделанное своими руками наших помощников, и этим вы уже поможете. Приходите на концерт джазовый. Перформанс Биг Бенд завоевал сердца города Николаева на День города. Я думаю, это будет отличный концерт, море удовольствия. И плюс вы поможете еще девочкам Яне и Дарії. Миколаївці, долучаємося, беремо участь у акціях і підтримуємо наших миколаївців, юних і дорослих.